Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня у меня для вас праздничный торт «Новогодний карнавал». Основой торта будет бисквит. Соединяем яйца, сахар и взбиваем в густую пышную массу. Затем добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородности. Форму застилаем пергаментной бумагой и выливаем тесто. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошло 15 минут, достаем бисквит из духовки. Извлекаем из формы и оставляем до полного остывания. Желатин заливаем теплым молоком и отставляем в сторону для набухания. Сметану взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Набухший желатин растворяем на водяной бане. Взбитую сметану соединяем с желатином и перемешиваем. Третью часть сметанного желе выливаем в тарелку и отправляем в холодильник для застывания. Остывший бисквит выкладываем на тарелку. Берем кольцо из разъемной формы на пару сантиметров меньше, зато в котором выпекали бисквит, и укладываем в него бисквит. Остальное желе выливаем на бисквит. Отправляем в холодильник до полного застывания. Ананасовое желе всыпаем в кипящую воду и перемешиваем до полного растворения. Желе растворилось, даем полностью остыть и таким же образом сделаем желе из киви. На застывший сметанный слой выливаем желе из киви и отправляем в холодильник. Вливаем желе из ананаса. Приступаем к украшению нашего торта. Для этого нам понадобятся формы для печенья. Выдавливаем из белого желе фигурки. И переносим на торт. Отправляем в холодильник до полного остывания верхнего слоя желе. Прошло время, убираем форму.
Делаем снежок из кокосовой стружки. Нарядный, веселый и очень вкусный новогодний тортик получился. Давайте разрежем. Всем, кому понравился торт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. До скорых встреч!